Нурсултан Назарбаев представил нового акима Карагандинской области. Президент находился в регионе с рабочим визитом, возглавил область Ерлан Кошанов. Его кандидатура была согласована и единогласно одобрена депутатами областного маслихата. Новый аким дал присягу народу и президенту страны. Естественно, я всегда очень серьезно думаю, кто будет в Караганде работать. И перебираю у меня местные кадры, другие кадры, тот, который может работать. Я предлагаю кандидатуру Кошанова Ерлана Захьяновича, 62 года, уроженца Карагандинской области. Надеюсь, вы его хорошо знаете. В разных должностях поработал, заместитель министра был. Последние годы руководитель канцелярии премьер-министра. Он знает всех министров, все министерства его знают. И это будет помогать ему работать, приносить инвестиции в Казахстан и работать легче будет с центром. Нурсултан Назарбаев также поблагодарил за работу экс-акима региона Нурмухамбета Абдибекова. Президент подчеркнул, что Карагандинская область является индустриальной, поэтому к ней особое внимание. У нас задача общая с вами, чтобы карагандинцы и область всегда марку держали, как всегда это было. Индустриальная область, здесь сосредоточены все виды нашей экономики. Черная, цветная металлургия, химия, резинотехника, горнодобывающая промышленность, машиностроение, шахтерский край, край рабочих, инженерно-технических работников, сельское хозяйство огромное. И за эти годы неплохо поработали. Как и весь Казахстан, экономика области объем поднялся в 23 раза.